И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Северн, мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Бесконечное путешествие или The Longest Journey. В предыдущей серии подводные обитатели утащили, в общем-то, нас на дно морское. Ариэль тут не видать, зато здесь полно просто майрумов. Ну, пока что мы увидели только одну, прям королеву, к которой можно вообще спокойно совершенно проплыть, но неважно. Мы взяли этот замечательный камешек, и я, кажется, начинаю вспоминать, что он и чего он. Поэтому мы плывем пока что сюда. Здесь, кстати, ничего не видно. Вот еще один кристалл. Он закопан среди водорослей. То есть раньше ты его отодвинуть не могла, сейчас спокойно, да? То есть не кристалл, ой, а водоросли. Тут вход в пещеру. Судя по тому, как она заросла водорослями, тут 100 лет никого не было. Там за водорослями что-то есть. Какая-то трещина или проход? Ну, вперед, поплыли, что? Вот еще два. Нас ждет загадка, как вы понимаете. Что это? О, господи. Ой, блин. Не люблю. Здесь что? Нарисована волна. Наверное, это означает воду. Наверное. Этот символ напоминает рыбу. Господи, даже не помню, как решать это, честно говоря. Этот символ похож на большую пирамиду с глазом посередине. Зашибись. Кольцо символом глиняного горшка. Я не помню вообще ничего. Длинное копье с крючками. Наверное, гарпун. Кольцо символом птицы. Ты издеваешься, что ли? Одноглазая пирамида. Господи, да чтоб я помнила. Так, ладно. Кристалл из дома Майрумов. Я не помню ни хрена. Я даже не помню, как это решать. О боже. Чтоб я так и жила. Я не помню, как это решать. Так, давайте попробуем логически. Кольцо символом огня. Огонь и рыба. Рыба. Рыба тут, точнее, огонь тут явно лишний, да? Майрумы. Майрумы, рыба. Логично? Логично. Огонь, вода. Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Хорошо. Это горшок. Кольцо символом глиняного горшка. Горшок. Гарпун. И гарпун. Какая нахрен связь? Ну, вода. Вода и птичка. Кольцо символом птицы. Логично. Здесь что? Кольцо символом огня. Огонь? Одноглазая пирамида. Это вроде должно быть правильно. По-моему, это даже не двигается. Нет, двигается. Блин, какая досада. Но, по-моему, это норма. Майрума, рыба, птицы, вода. Ну, то есть, как бы птицы из воды собирают, да? Правильно? Так, сейчас потыкаем, короче. Подожди. Иди сюда, иди ко мне. Этот кристалл я нашла в водорослях. Да, мне это много сказала. Так, хорошо, что тут есть? Господи! Чтоб я так жил. Так, ну подожди, майрумы, рыба, копье. Логично? Птица, вода, рыба. Логично, правда? Правда ведь? Я очень на это надеюсь. А здесь что? Одноглазая пирамида, огонь. Что там есть у нас? Не, явно не оно. Наверное. Господи, как это решать? Ай. Жесть. Ладно, поплыли куда-нибудь. Здесь есть вообще варианты? Нету. Печаль. Я даже... Ой, я не помню. Я вообще не помню, как это решается. Вообще абсолютно... Как я это решила? Здесь вообще я помню ничего сложного. И, по-моему, даже эти кольца не обязательно было трогать. Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Ну вот как бы это самое...
А я ничего не помню. Что его, кто его знает вообще? Кувшин и... Вот как это связано, блин? Да кто б знал-то вообще? Так. Все плохо. Кольцо с символом птицы. Вода. Наверное, все-таки нет. Давайте Майрума к воде Майрумов. Все-таки, наверное, пологичнее будет. Птица и рыба, кстати, логично. Все хорошо, правда, как это вообще относится. Так, первый кристалл. Майрума, вода, земля, я так понимаю, да? Или рыба, кстати, как вариант. Либо копье, кстати, должно быть. Либо копье и рыба, вон, видите. Хрен его, блин, знает. Ну, две рыбы, это не очень логично, да? Птички ловят рыбку на остров. Не, мои румы в воде охотятся на рыбу. Ну, логично же. Огонь. Не, ну это как-то не очень вписывается. Это, правда, тоже не очень. О, господи. Гарпун. Кольцо с символом глиняного горшка. Какая, мать его, связь? Давайте попробуем по-другому. Что тут еще есть? Та-та-та-та-та-та-та. Подожди. Ага. Потому что она, я не помню, она должна как-то на друг друга указывать, то есть чтобы круг такой создавался или нет. Чтоб я так жил вообще. Подожди. Вообще это дурью попахивает. Так, ты сюда не, как-то не это самое. Так, а вот ты, в принципе, вписываешься. Если по кругу действительно версия верна. С той стороны. Да, с той стороны рыба получается. Вот. А, ну да, вот, смотрите, как бы вот. То есть, смотрите, здесь гарпун, здесь, собственно, вот эта фигня, а с той стороны у нас вот рыба. Ага, хрен, рыба-то у нас тут. Облом. Значит, может, не этот камень? Так, а здесь есть что-нибудь? Как-то не очень подходит, да? Так, подожди тогда. Почему его нельзя как-то в 3D вертеть, я не знаю. Подожди, сейчас, где там рыба-то была моя? Та-да-та-ра-да-ра-та-та. Нет, не то. Что, ну здесь должно быть? Ну не, здесь гарпуна нету. Нет, дай сюда. Она нормально указывает в ту сторону, но как-то нет. Так, иди сюда. Так, немножко неправильно.
Ну, я отталкиваться буду пока от этой версии. Так, это вообще не сюда. Так. Вот. Нет, ни хрена. Тоже нет. Может, ты? Да уйди. Нет, тоже нет. Здесь гарпун. Он не должен быть здесь. Если здесь все по кругу. Я не помню, как это решать. Так. Так, подожди. Ага. Смотрите, вот кольцо на первом месте стоит. Первый кристалл. Как раз там рыба с той стороны, здесь гарпун. Сейчас мы посмотрим второй кристалл. По счету у нас второй идет вот этот. Вот, видите, как бы второй круг. Мы его ставим. И у нас получается байда. С другой стороны, здесь море. Чуть-чуть это было сейчас только что. Гарпун почему-то указывает сюда. Может быть, все-таки это не совсем верно. Может быть, второй должен быть вот здесь все-таки. Потому что мы и рум, и рыба. А эти, как их звать, птица. Вода, ну-ка. Второй, где мой второй кристалл? Здесь сюда. Просто подходит по этой штучке. Видите, сюда гарпун, туда рыба. Вон, вот рыба. Так, третий тогда получается у нас кто? Ну стой. Третий как-то не шибко вписывается, да? Блин, меня бесит, когда так случается. В принципе, подходит вот так, но там... Да что ты делаешь-то? С той стороны почему-то гарпун. Но в остальном подходит. Ладно, попробуем так. А четвертый? Ага, вот может просто... Да, вот их просто местами махнуть. Все-таки не от числа, наверное, зависит, да? Вот гарпун. Ага, и как-то в обратную сторону оно все получается. Странно, да? Смотрите, вода сюда, а земля туда. Хотя, может, так и надо. Кто его знает вообще? Ну, подожди. Ну, как бы вот этот только, или какой там... Да, вот земля почему-то туда показывает. Может, просто неправильно тогда? А, да, наверное, вот эти нужны. Это какой, прости, вообще по счету? Серенький какой-то, да? Ну, там рыба. А как тогда сделать? Рыба почему-то показывает туда теперь. А может, оно зеркально должно отражаться? То есть... Да, как-то не очень подходит. Машу-машу. Собака, уйди, я тебя умоляю. Просто уйди, не раздражай. Хм. Просто я сперва думала то, что, смотрите, здесь как бы вот гарпун и земля как бы показывают вот на землю. А теперь я думаю, может быть, надо, чтобы оно как бы вот, ну, как бы это сказать вам. Это вообще сюда не вписывается. Так, что там с той стороны? Рыба. Ну, блин, это единственная фигня с рыбой. Рыба сюда, гарпун сюда. Вписывается же. Хм. А там чё? Море, рыба. Ну сюда только. Чё это было? Так. Еще разок сейчас посмотрю, что там накалякано. Ну вот это как бы, видите, оно показывает, но наоборот. Па-па-па-па-па-па-пам. Ба-па-ба-ба-па. Так, обождите. О, господи. Так, нет, что-то не то делаю. Как бы попадает сюда земля, но... Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Я помню, после того, как мы закончим, вроде как до этой фигни действительно нужно будет дотронуться, до этого горшочка. Вроде не помню, что должно произойти. Сейчас попробуем.
Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Спорный вопрос. Па-па-па-па-па-па-па. Сейчас тогда соберем обратно. Да соберем, а не повернем. Так, хорошо. Вопрос. Как там этим решается? Одноглазая пирамида. Гарпун. Вода. Рыба. Кольцо с символом птицы. Ну да, птица забирает рыбу, они там погибают. Мы румы в воде, им вообще все плохо. Это не двигается. Огонь на острове. Па-па-па-па-па-па-па. Может, нужно третье составляющее что-то поставить или что? Вообще что-то не вписывается. Ну, это пока что лучше всех входит. Это не очень. Это был зелененький какой-то, да? Вот это лучше всего здесь стоит. Вот рыба. Вот так чисто по теории, оно как бы... Блин, фиг, где ты тут стоишь. Господи, этот гарпун то появляется, то исчезает. Они как-то мешают друг другу. Видите, обратно получается. То есть гарпун всегда, но... И вот как жить в таком мире? Все остальное это подходит, если следовать этой теории. Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Опять то же самое у меня получилось. Застряла. Наверное, это не нужно. Одноглазая пирамида. Че не так-то? Ну вот это не подходит, я понимаю. Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Че, на это смотреть, что ли? А что так делать? Вот было бы оно наоборот, вот было бы замечательно. Может, махнуть их местами? Раз такая фигня. Застряла. Наверное, это не нужно. Застряла. Да подожди, не то. Наверное, это не нужно двигать. Я не то двигаю. Так. Застряла. Хм. Наверное, это не нужно двигать. Что вы говорите? Чё не так-то? Я понимаю, что здесь не... Ну, блин, а как тогда? Зато здесь по бокам подходит. Отстой. Видите, здесь как бы это самое. Так это вообще... А. Ого. Что это было? Извините, отвлеклась. А, вот. Только теперь вот эта фигня сюда не вписывается. Застряла. Наверное, это не нужно двигать. С той стороны же вода? А, рыба с той стороны. Вот, вот, вот. Вот главная проблема. Так, а если вот так? Ну, здесь будет рыба с какой-то там стороны. И как бы нафига она вообще? О, господи. Ну, вот это сюда не подходит теперь. Я не понимаю, что не так-то? Чё не так? Кольцо с символом огня. Одноглазая пирамида. Вообще без понятия.
Обождите. С той стороны вода, это все не то, не все не так. Это вообще не сюда. Но это не сюда, здесь рыба, с той стороны вода. Зачем она тут? Как жить в таком мире? Так, а с той стороны? Ага. Зеленый тоже не сюда. Ну, если следовать ранней логике. Это здесь остров, тоже не сюда. Это тоже не сюда, потому что... Но с другой стороны здесь вода. С той стороны вот вода. Но здесь же не копье. Точнее, не гарпун. Что делать? Я помню, я как-то, когда первый раз проходила, я щелкнула эту загадку как на раз-два. Следовала опять своей вот этой безумной логике, и как бы мне было норм. Сейчас-то что не так? Серенький подходит вот до вот этого места. Почему нельзя оставить как есть? Чего не работает? Чего не так? Гарпун туда, рыба туда. Все правильно же. Но один не вписывается, он не подходит. Он вообще какой-то нестандартный. Ну вот, вот этот коричневый сюда подходит. Черт его знает вообще. Видите, вот это наоборот. Вода здесь, а это здесь. Одноглазая пирамида. Так-то вроде... Вот этот, мне кажется, построение правильное, потому что все остальное подходит. Ага, хрен. Подожди. Так, иди в пень. Так, опять то же самое сделала. Ну-ка. Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Ну, то есть вот это зеркально попытаться сделать, потому что так вроде подходит. Потому что, видите, здесь рыба, с той стороны будет вода, вот туда указывает. Может, все зеркально поставить? Хрен узнает вообще. Так, что еще сделала? Зачем я огонь подвинула? Пускай стоит. Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Наверное. Я просто не вижу, мать его, связи между гарпуном и кувшином. Так, подожди, это что? Ну, мой Рома в воде. Видите, рыба. Может, огонь поставить там, где рыба, потому что я как бы немножечко... Застряла. Наверное, это не нужно двигать. Так какого хрена вообще тогда? Ну, рыба и вода, она как-то не в кондишн. А может, по противоположностям сделать? То есть вода, огонь. Хотя, это бред, я не помню вообще такого. Типа птица, рыба там, все дела. Мои руки. О! Противоположности, да? Ей! Все-таки бред, это бред, противоположности, не может быть. А видите, вот эти вот, вот здесь и вот та, она как бы зеркально действительно должна были стоять. Эти по обычному, а эти зеркально. Вот где это написано? Ой, ну ладно. Круглое углубление, обрамленное двумя драконами, кусающими друг друга за хвосты. Я почти так же, как на моем талисмане. Талисман, которого у нас нет. Нам нужно получить талисман. Он у нас, в общем-то, в погребенном, точнее, в затонувшем корабле. Но нам для этого нужно туда попасть. И нам нужен гарпун
Сейчас мы с этим дамой поговорим, доложим наши. Можно с вами поговорить? О наших, точнее, великих. Да, собиратель, можно. Ой, спасибо. А кто такой или такая этот усмиритель, вот? О ней говорится в наших пророчествах. Это дева Сухопут, которая объединит наши народы и прекратит раздоры. Значит, вы воюете с другими Майрумами? Нет. Поэтому время усмирителя Вод еще не пришло. Все Майрумы живут в мире. Что еще вы можете рассказать об усмирителе Вод? Ее пошлет нам провидение. И она возьмет здесь то, что мы держали в тайне многие поколения. Что-то мне подсказывает, что это будем мы. Возьмет? Что она возьмет у вас? Мы не знаем. Но она откроет древний храм и принесет свет во тьму. Она поразит пожирателя своим копьем, явит доказательства своей миссии, а потом объединит нас. ЧТД. Должно быть, важная шишка. Она усмиритель Вод. О ней говорит пророчество. Помните, мы читали давно-давно то, что кусок диска хранится у народа, который разделен на два. На того, кто летает, и на того, кто плавает. И, в общем-то, вот оно, вот половина этого народа, который отдаст нам, в общем-то, кусок диска. Водная версия. Слушайте, около города есть пещера с алтарем и настенными рисунками. Почему она заброшена? Как ты сказала? Мы не ослышались? Отведи нас туда, немедленно. А вы и не знали, да, что эта пещера есть? Или еще что-нибудь? Ну да, не знали. 100-500 тысяч лет тут живут, не знали, что здесь есть пещера с наскальными рисунками, раскрывающими их историю. Гениально! Я осветила пещеру. Поставила на алтарь кристалл из вашего дворца и еще 3 кристалла, а потом повернула каменные кольца, как надо. Возможно ли, что ты? Но нет, ты собиратель. Кто сказал? Ты не можешь быть ей. Где это написано? Кем? Кем я не могу быть? Усмирителем Вод. Той, которая по преданию объединит нас. Чуть той, что найдет древний храм. Ну, этот вроде древний. Вот именно. Это храм, и ты принесла свет во тьму. Но ты еще не выполнила другие пророчества. Копье, ты дай. Еще не доказала, что именно ты усмиритель Вод. Копье дай. И как я докажу это? Пойдем с нами, мы тебе расскажем. Пришли. Кто такой усмиритель Вод? О ней говорится в пророчестве. Она остановит раздоры и объединит наши народы. Как мне доказать, что усмиритель Вод я? Ты нашла древний храм и принесла свет во тьму. Но это может быть совпадением. Конечно. Ты должна доказать нам, что выполняешь миссию баланса. Талисман! Черт! Я потеряла его во время шторма. Также ты должна убить пожирателя копьем. И тогда мы признаем тебя. Когда ты все выполнишь, мы поможем тебе в объединении народа. Это легко. Вот ведь за что хвататься-то? Возьми это копье и убей пожирателя. Так ты докажешь нам свою силу и принадлежность к Майрумам. Где мне искать пожирателя? Если ты усмиритель Вод, то найдешь его. Да нашли мы уже его. Давайте почитаем. Что там накалякано? Я в море и в глубокой заднице. 4 августа, да? Хотя именно этого я и заслуживаю. Каким бы ни было наказание, я его заслужила. Я потопила корабль, поставила под угрозу жизни всех людей на борту и оказалась посреди океана на палящем солнце. Земли вокруг нет, по крайней мере, я ее не вижу. Еды и воды тоже нет. Хорошо, что хотя бы ворон со мной.
меня в голове вертится одно единственное слово, и слово это «помогите». Если бы Бог или Баланс, или еще какая-нибудь высшая сила меня сейчас видит, то, пожалуйста, помогите мне. Я ценный член общества, мне еще ведь два мира спасать. Меня схватили, утащили, похитили. Офигеть, ты тогда не читала? Да, офигеть. У нас какой день недели получился? Пятница. У меня, кстати, сейчас тоже пятница, бугагашек. Меня схватили, утащили, похитили, водные жители. Я сижу глубоко под водой, в крохотном пузырьке воздуха, и что странно, совсем не паникую. Хотя сейчас самое что ни на есть время для паники. У меня клаустрофобия и гидрофобия, и сейчас они должны мучить меня вдвоем, но я особо не волнуюсь. Это у тебя-то клаустрофобия? Когда это вдруг? Все как-нибудь дорешится, и что-нибудь... Я что-нибудь придумаю. Эйприл, послушай меня. Ты спятила. Как ты собираешься выбраться отсюда? Попробуешь поработать головой? Точно, моя голова. Надо придумать, как дышать под водой. Нет, нужно придумать, где достать снаряжение для дайвинга. Или жабры. А еще мне нужно поговорить с водяными и узнать, на кой черт они затащили меня сюда. Так вот, четверг вечер. Королева Майрумов думает, что я могу быть усмирителем вод. А почему бы и нет? В конце концов, я Эйприл Банду Имбата, и, может быть, та, кого Винары называют Конангала, Конангла, блин, этот шрифт, это разрешение не убивает меня. Что мне какие-то там воды усмирить? Вся фигня в том, что мне нужно это доказать. Усмиритель вод должен найти древнюю гробницу и принести свет во тьму. Это я уже сделала. Потом, значит, нужно предъявить королеве доказательства. Талисман, который капитан запер в сундуке. А еще убить пожирателя. Убить пожирателя. Я им чего тут, дикая охотница-амазонка? Нифига! Я даже мух-то с трудом убиваю. Ну надо же мне как-то выбраться... Талисман, похоже, утонул вместе с кораблем. Интересно, удастся ли мне найти его среди обломков? Ну, я думаю, удастся, но для начала нам нужно взять копье и убить пожирателя. Но я думаю, поплывем мы туда на самом деле в следующей серии. Потому что там потом опять диалоги, все дела, посвящение. Вы же не думаете, что мы не докажем, правда, что мы усмирители вот бугагашечка. В общем, ладно. Я надеюсь, что эта серия, состоящая практически полностью из решения мной загадки в той замечательной пещере, вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, зовите друзей, не пропустите следующую серию. С вами была Севен, всем удачи и пока-пока.